душа, значит, зацепиться можно за душу. И я не представлял, как это можно зацепиться за душу. А потом я понял, то, скажем так, если в теле есть определенное количество любви, в духе его большее количество, а в душе еще большее количество. То есть чем масштабнее человек на тонком плане, тем больше в нем любви. Это